медицинский центр «Аллегрис», семейный ресторан «Good Lunch» и информационный портал «Улправда.ру» представляют. процентов слагаемого здорового образа жизни – это питание. А наше отражение в зеркале, качество жизни, энергия, продолжительность жизни зависит от того, что мы едим. Для приготовления 4 порций салата с индейкой, грибами и йогуртом понадобится филе индейки, свежие шампиньоны, лук, сладкий красный болгарский перец, томаты черри, салат айсберг, петрушка, натуральный нежирный йогурт. Индейку следует отварить и нарезать кубиками по 0,5 сантиметра. Шампиньоны нарезать кубиками, обжарить на растительном масле. Лук порубить соломкой и спассеровать в растительном масле. Болгарский перец следует нарезать кубиками, томаты черри на половинке, салат айсберг на крупные кусочки. Все ингредиенты нужно соединить и перемешать. Выложить порционно в салатнике, полить йогуртовой заправкой и украсить веточкой петрушки. Будьте здоровы, питайтесь правильно и вкусно. Подходит для перекусов, может использоваться как самостоятельные блюда в составе обеда и ужина. Индейка – рекордсмен по содержанию белка и железа. Нормализует холестерин, обмен веществ, обмен углеводов. Повышает выработку серотонина и мелатонина, это гормоны счастья так называемые. Тем самым улучшается настроение и успокаивается нервная система. Подходит для активного образа жизни и также при снижении веса. С осторожностью при заболеваниях почек, при обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта. Еще больше вкусных и полезных блюд в семейном ресторане «Good Lunch», ТРЦ «Аквамолл», второй этаж.